Жители Саратовской области задолжали за отопление несколько миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам отопсезона, рассказали чиновники. По словам специалистов, эта зима прошла относительно спокойно. Никаких крупных коммунальных аварий не было. Но платежная дисциплина населения оставляет желать лучшего. Она снизилась на несколько процентов. И долг за отопление сейчас составляет 4 миллиарда рублей. С завершением отопительного сезона, мы помним, что фактически квитанцию, которую мы оплачиваем отопительный сезон, она процентов на 60 выше, чем в любое другое время. Мы сейчас увидим с вами некую динамику по решению этой задолженности. А сегодня, если говорить о цифрах, это свыше 4 миллиардов по области уже задолженности. Ну а что касается завершения отопительного сезона, то до прекращения подачи тепла остаются считанные дни. В большинстве районов области батареи станут холодными 17 апреля, а в Энгельсе и Блаково уже 15 апреля. В Саратове последним днем отопительного сезона также станет 17 число, исключая тех потребителей, которые уже направили заявки об отключении теплоснабжения. Последний день отопления будет 17 число, 17 апреля. С 18-го отопительный период по заявке, ну, официально закончится. В настоящее время уже имеют место быть отключения по заявкам потребителей. То есть у нас ресурсоснабжающие организации по заявкам потребителей уже производят отключение. Между тем, не успели еще батареи стать холодными, как энергетики начали подготовку к следующему отопительному сезону. Речь идет о ремонте теплотрасс. Этим летом он пройдет на трех улицах. Участки, как заявили специалисты, будут полностью перекрывать, вскрывать асфальт и заменять трубы. По улице Пугачева участок, от Рабочей до Вавилова. По улице Железнодорожный участок тоже. И... участок Белоглинская. Энергетики надеются уложиться в срок, чтобы все работы завершить до начала следующего отопительного сезона. Но не исключают, что после вскрышных работ могут обнаружить дополнительные проблемы, на устранение которых потребуется больше времени.